У меня такой вопрос. Я прошу прощения, если он немножко глупый. Зачем проповедуют тем, кто об этом не просит? Поясню. Вот если я человек, ну если я богатый, люди это видят, и они спрашивают: «О, а почему ты такой богатый? Что ты делаешь для этого?» Я спокойно им отвечаю, они сами у меня об этом спрашивают. Но для чего мне нужно идти и рассказывать тем, кто об этом не спрашивает? His question is, why should we try to preach to someone who doesn't ask for it? For example, if I'm rich, people will ask me how you became rich, and they would be attracted. So, but why should we try to preach to someone who is not asking, who has no interest? There are people who may not know the benefit of Krishna consciousness, but they tried, and it changes their life. Есть люди, которые не знали, какое благо несет сознание Кришны, но благодаря тому, что им проповедовали, они попробовали, и их жизнь изменилась. Can I give them the story you told me today? Вот могу я рассказать историю, которую вы сегодня мне рассказали? So there's one devotee in your assembly. Здесь у нас есть один преданный. Who's being trained up for missionary work. Которого обучали, он должен был быть священником. He was being trained up to become a priest. Он учился на священника. Someone gave him a Bhagavad Gita. Но кто-то дал ему Бхагавад Гиту. After 4 years of training. После того, как он 4 года уже учился. Changed his life. И это изменило его жизнь. And now he's a Hare Krishna. И сейчас он стал преданным сознания Кришны. So. We preach to everyone. Мы стараемся всем проповедовать. You don't know who will become sincere. Вы не знаете, кто чем интересуется, кто кем станет.